Всем салют. У меня ночные покатушки. Сейчас я еду за хлебом, за сметанкой и за... Не знаю, что-то еще хочется поесть. Может, за сгущенкой. Вот, я вот на такой штуке. Передвигаюсь по райончику. Мороженое, да, тоже как варик. Можно и мороженое. Так что, Казахстан, салам. Да, у меня по ночам возникает абсолютное желание наесться. А еще люблю салат со свеклой и чесночком. Очень хороший салат. Питер, привет. Когда в Баку? Я не знаю, когда в Баку. Честно, не знаю. Обленились мы. Передвигаемся теперь вот так. Днем не покатаешься, потому что днем хотят фоткаться. А ночью покатаешься. Ночью можно кататься. Когда в Питер? Я не знаю, когда в Питер, но думаю, совсем скоро. Я бы сейчас, если честно, жранул бургеры прям хорошо. И картошки по-деревенски, и запил бы все это дерьмо фантой. Так уж вышло. Так уж хочется. Голодный мальчик. Согласен, голодный. Вот у нас здесь магазинчик, который работает всегда. Называется Магнолия. Че, зайдем вместе в маркет? Хотите? Хотите увидеть бытовуху? Опс. Едет машина. Я слез, дерьмо. Да, в принципе, сейчас мы дойдем пешком уже. Когда в Молдове? Я ж недавно был в Молдове, ребят, в Кишиневе. Заходим. Сейчас, секундочку. Я же не буду палиться в маркете, что я, как придурок, хожу с телефоном. Сейчас, секунду. Окей. Идем выбирать. Вот чё. Сырок. Нет, сыр не хочу. Кто помнит такой сыр? Мало кто из вас помнит, а я его помню. Ничего и сладкого. Срок годности? Поверьте, я совсем не из тех, кто проверяет срок годности. Похер. Отравился, так отравился. Что сделаешь? Так. Сейчас. Извиняки, ребятки, хреново ловило там в маркете. Выбрал все, что нужно. Сейчас до хаты. Кстати, опасян, потому что я на этой штуке не так хорошо езжу. А сейчас еще с груженным пакетиком. И как бы упасть, ну, есть вариант, да. Вполне могу. Легко.
6 секунд. Вот особенно такие вот моменты, когда плохой таксист просто едет. Вообще прикольно, да, если меня в прямом эфире перископа просто собьют. Злой ты. Не игнорь меня. Я клянусь, я не могу сейчас читать ваши вопросы. Потому что, типа, у меня мандраж немного. Чуть нога напряглась. Что купил? Яйца купил. Купил молочко, купил сметанку, купил сгущенки, купил печеньки с творожник. Творожные печеньки такие. И ты со всеми фоткаешься на районе, если подходит? А чё нет? Ну, типа, люди хотят сфоткаться. Ну, когда есть возможность, фоткаюсь. Когда не хочу, не фоткаюсь. Ну, когда есть момент, где не надо подходить ко мне, если я гуляю там со своими. Не отвлекай Натан, а то упадет и будет плохо. Ну, неплохо будет, весело, по крайней мере. Увидишь, как моя мобила по земле скатилась. Я подползу к ней. У тебя 2 фото со мной. Мало. Ой, ребятки, сейчас занимаюсь строительством студии. Мозги вскипают. Бюджет просто урезается. С каждым днем чего-то не хватает. На сегодня мы сделали очень хорошую покупочку. Купили микрофон, который очень дорого стоит.